С каждым годом детский турнир по мини-футболу «Кубок Меркурия» приобретает популярность и массовость среди учащихся школы гимназии Бреста. Еще 4 года назад в стартовом поединке участвовали команды из 6 школ Московского района, затем количество учебных заведений возросло до 12. Сегодня соревнование охватывает всю территорию Бреста. А в перспективе у организаторов вывести турнир на международный уровень, пригласив к участию школьников из ближнего зарубежья. Любой из родителей, наверное, когда видит ребенка на спортивной площадке, он испытывает чувство радости. Поэтому мы готовим поколение, которое когда-то придет на смену нам. И учитывая, что они сегодня, выступая на этих площадках, работают в команде, они учатся достигать цели поставленной. У нас давно была идея проводить детские турниры, поэтому мы остановились на мини-футболе, потому что каникулы, раз зимние, сезон большого футбола в принципе заканчивается, поэтому это очень удобно. И мини-футбол, он зрелищный. И не хуже, чем у взрослых. Первые минуты поединка уже показывают точные атаки и победные голы. На спортивной площадке средней школы номер 1 учащиеся из 16 учреждений образования областного центра в возрасте до 13 лет. Ребята разыгрывают между собой престижные награды. Кроме того, специальных призов будут удостоены лучшие игроки каждой команды и победители в индивидуальных номинациях – защитник, вратарь, нападающий. Конкуренция серьезная, но мальчишки уступать не готовы. И на это есть свои причины. Я футбол не люблю, а обожаю, потому что футбол – это, ну, как моя жизнь. Я с детства занимаюсь им, но это мне нравится до сих пор. Я начал заниматься футболом, потом он начал заниматься футболом. Ну и пошло, за школу начали играть, за «Динамо» Брест вместе начали играть. Ну, как-то так пошло. Папа больше посоветовал, дедушка хотели, чтобы мы в футбол играли. Типа, более мужской вид спорта. Команды распределены на 4 группы. И начиная с 4 ноября проведут в них круговые турниры. Следующий этап соревнований пройдет во время зимних каникул. Согласно занятым местам, на групповом этапе участники в играх плей-офф продолжат борьбу за медали. А организаторы соревнований, пожалуй, уже одержали победу. Сегодня Кубок Меркурия можно назвать крупнейшим детским футбольным турниром города. Виктория Нечаева, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».